Всем привет! Сегодня я расскажу про все способы добычи осколков керамики. Первый способ самый простой, но чрезвычайно медленный. Убивать желтого рупу. Падает одна штука с одного рупу. Второй способ – это плавить осколки в печи. Для осколков нужна глина. Она добывается с помощью землекопа на глиняных месторождениях. Землекоп можно изучить в дереве технологий в разделе «Создание предметов». Дальше за одну табличку можно изучить глину, а за 5 табличек – печку. Найти глиняные месторождения можно только на сложных оазисах, там, где растут яблони. Выглядит это место вот так. Поставьте землекоп в глину и заправьте его энергией, без нее он не сможет работать. Вложите пепел. На добычу 1 единицы глины тратится 10 единиц пепла, поэтому пепла понадобится много. Пепел можно добыть двумя способами. Сжечь дерево или волокно в костре, или второй способ – собрать пепел по краям вулкана, либо в центре вулкана, с кустов и сгоревших деревьев. Первый способ очень долгий и тратит на себя ресурсов больше, чем вы можете получить, собрав все это на вулкане. На вулкане, конечно, собирать все это опасно, поэтому есть места и кусты, которые растут неподалеку от вулкана, но еще в зеленой зоне, где вас не найдут. Там собрать пепел вы сможете быстро, а также с деревьев добыть еще и уголь. После того, как вы добыли глину, ее нужно обжечь в печи, чтобы она превратилась в керамику. На крафт 1 сотни глины в обычной печи уходит примерно 25 минут. В результате мы получаем 86 осколков керамики. Для печи в качестве топлива можно использовать дерево, уголь, жидкое топливо и племенное масло рупу. Дерево горит 1 единица 2 секунды. Уголь 1 единица 20 секунд. 1 единица жидкого топлива горит 1 минуту. 1 единица племенного масла рупу горит 1 минуту 40 секунд. Жидкое топливо я не изучала, поэтому использую уголь. За 75 угля я переплавляю 100 единиц глины. Если я буду использовать для печи племенное масло рупу на видео, меня сочтут психопаткой. Ну а дерево горит слишком быстро. Так что, если видео было для вас полезным, подписывайтесь, ставьте лайк. С вами была Гретель.